Приветствую, любители качественного звука. Сегодняшнее видео будет посвящено Super Audio CD-плееру Sony XA3000ES. Он читает как CD-диски, так и Super Audio CD-диски. Плеер топовой линейки серии ES. Поехали. Запускаем плеер. Я буду управлять им с помощью пульта, но это пульт не от него. Ну, и с помощью ручного управления тоже буду показывать, что работает. Буду играть обычный лицензионный диск Francis Goya. Считывается диск. Считал диск 25 песен, 78 минут. Определился он как CD. Ну что, поехали. Первая песня. Очень детальное звучание, богатый звук. Можно так листвовать песни. Считывается очень быстро. То есть голова вполне работоспособная, без всяких там нареканий и прочего. Есть мелкие, конечно, микроцарапинки. Не идеальное состояние, но очень хорошее. Цвет такой золотой. Премиальная серия все-таки. Пауза. Плей. Полная работоспособность. Без всяких затычек, без всяких затыканий и прочих прелестей. Как говорится, не полностью работоспособного плеера. Здесь работает все. Thank you.
такой он Sony XA3000ES, если кратко. Плеер с богатым звуком. Ну и, как говорится, функционал здесь тоже богатый. Мало того, что он читает CD-диски, он также читает супер-аудио CD-диски. Ну и, как я говорю, элитная серия ЕС говорит сама за себя. Все, буду заканчивать запись. До новых встреч. Всем отличного звука. Пока-пока.